Друзья, всем привет! Снова будет обзор птичьего рынка, город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6. Приезжайте, пойдемте посмотрим канареек, попугаев, рыбок аквариумных. И скоро сразу будет справа, как заходишь, справа рыбки стоят здесь разные. Да, они очень добрые, ласковые. Добрые, добрые. Неончики. Вот это спроси. Что? А ты решил? Мало того, они еще и 150 литров поделили пополам, и? Лилия показывает. Это просто на поверхности, да? Не знаю. Большой ассортимент растений, друзья, смотрите, разные. Нумизматы, пожалуйста, монеты, значки, еще растения, идем дальше. Друзья, еще растений куча. И такое. 60 розовые, 80 красные. Растений много. Давай, лови, пожалуйста, пепел. Рыбки тоже сегодня много, смотрите. Петушки в стаканчиках. Идем дальше. Собачки. Котятки. Еще собачки, еще котятки. Вот видите, лапкой машет. Друзья, волнистые попугайчики, молодежь. Сегодня много попугайчиков. А вот здесь еще собачки. Собачек сегодня очень много прям. А канареек мало, еще пока ни одной не встретил. Друзья, здесь вот еще рыбки. Смотрите, сколько много. Здесь амадинки. Еще амадинки. Друзья, смотрите, какая редкость. Вот черепашек встретил. Какую цену они? Вместе с домиком 1300 рублей. Вот вместе с домиком, друзья, смотрите, какая черепашка. Часто спрашивают, где взять черепашку. Вот в Кропоткине есть на ярмарке. Спасибо, что показали. Скажите, а черепах отправляете или только по Кропоткину для местных? Желательно по Кропоткину. А давайте номер телефона, чтобы кто в Кропоткине живет, позвонит, приобретет. 8-988-582-92-98-44. Телеграм, WhatsApp. Телеграм, если WhatsApp, друзья. Приобретайте черепах. Еще разок посмотрим на этих. И корм есть тоже, да, вот я смотрю? Да, конечно. Все, хорошо. До свидания. Друзья, курочки интересные такие, красивые. Попробую подолью, может быть, боя меньше будет. Голуби красавцы. Посмотрим. Надо гонять, работать. Честно, блядь, месяц этот. Подожди, я тебе Бернардов даже поставлю. Здесь молодежь, смотри, 280, какая. Да, это уже остатки ее. А вот Бернарды, да? 1960 и плюс 1800, да? Радужная волна и... А радужная волна, скажите номер, люди ищут, не знают, куда обратиться. 8-918-370-93-08 Иван. И пенантовые розелы 25 тысяч пара, Бернарды 35 тысяч пара. Вот такие радужки. Ну, WhatsApp есть, можем дальше переговоры по WhatsApp. Спасибо вам за съемку. Пожалуйста. А почему у вас карелы? Ну, сами 2200, да? Ага. Красивые. Как меня Денис из дома выгнал? Друзья, много клеток сегодня. Зайчики вон какие. Декоративные кролики. Все есть. Там вон крыски есть. Ручку депозитики. Видишь? Новорожденные. Нормально, они занялся нифига. У меня два постарше, а два остальные. Ой, смотри, Стоять. Смотри, хомяки. Я мечтала. Знаем мы. Проходи.
Друзья, небольшое объявление для любителей птиц. У кого вопросов много, есть группа WhatsApp. Номер группы WhatsApp 8-928-231-6107. Группа платная, каждый месяц 25 рублей. Желающие, присоединяйтесь. Консультация никогда не помешает. Ну или что-то продать, разместить объявление можете в группе тоже. Здравствуйте. Вот амадинки на солнышке греют лапки. Так. Там один зебровый, сегодня вот в одном месте я нашел, а так особо нету. Волнистый есть более-менее. Вот такой красавчик. Хозяин отошел, идем дальше. А почем у вас карелы? По 2000. По 2000, да? Молодежь, смотрю, да, все красавцы? Нет. Два молодых, три. А, вот взрослые, да-да-да. Вот молодежь, вот да, это. Вот молодежь. А это взрослые. Это взрослые. А это полукровки, выставочный простой, да? Да, полувыставочный. И сколько такие стоят? 1500. Полторы. Пресамки. Самочки, вот как раз на племя, кому да, надо. Да, все, кому надо, пожалуйста, на племя, водить. Вот эти стоили ребят, вообще раньше. Смотрите, певчий попугай, красавцы. Самцы, они самки. Они поют или раз... Да. Они говорят, да? А что уж вот эти большие, здоровые. Там вообще, наверное, за полтинник, да? Друзья, вот мелочь, а приятная. На выставке по центральной улице первое дерево, там тенек. И есть вот такие вот коробочки, там 10, по-моему, 20 рублей можно приобрести коробочку. Чтобы довести домой хомяка, там птичку, голубя, имейте в виду, коробочки есть. Ориентир коробочки, вот ведра красные с зерном. Человек торгует зерном, тут и для волнистых, и для канареек. Смотрите, какое хорошее просо красное. Что вот это такое, разнотравие или какой-то... Вот как проверять, так раз... Вот видите, что осталось. Пойдем дальше посмотрим. Раз. О, мука какая-то остается. Ну, в общем, тут все есть, надо смотреть, разбираться. А вот так еще можно сделать. Раз. Вот так. О, идем дальше. А здесь вот мастер. Ловушки, капканы. Сейчас что-то мне будут подсказывать. Да-да. Понимаю. Друзья, вот обработано серебром, да, или серебряночкой. Не серебро, а еще лучше. Металлика. Металлика, краска, она прям, ну, смотрится дорого, богато. В общем, тут много всего добра этого. Приходите, я пошел дальше. Очень жарко. А вот здесь вот редкие амадины, видите, рыжие щеки, рыжие крылья, это подороже. Как их снять, чтобы видно было, вот они. Ну вот это прям красавцы. 500 рублей такие стоят. Триста пятьдесят. Зелененькие и разноцветненькие. Вон они, торгаши сидят. Вот он товар. Не, на втеньке так даже хорошо. А то камеру засвечу. Да, жене привет будем передавать. Да. Вот так. Да. Вот ребята женам передают привет. Привет. Воздушный поцелуй жене можете сделать. Я вот так. А, усы мешают? Это сами. Ну хорошо. Почем вот эти волнистые, хотел спросить? Я ж за этим-то и пришел. А вот еще карелы. Приветы, приветы. Вот красавец. Сколько желтый карел стоит? 2000. 2000. А вот такой? 3000. Ух ты. Без щеки, друзья. Видите, тут щеки красные. А это более редкие карелы, они вот так выглядят.
3000. А здесь вот такие вот раскрашенные фломастерами. Да. Амагиды. Красивые. В общем, особо радужных сегодня нет попугайчиков. Извиняйте, пожалуйста, кто заказывал. В следующий раз будут, обязательно сниму. Это вот человек с Курганинска. Все вот спрашивают, там в Кропоткине красивые птички, а номер телефона просят человека. Ну, легко. Можете, скажите, пожалуйста. 8-918-044-23-07. Друзья, вот красавцы вообще, звоните. Рекомендую прям. Так, идем дальше. В Ютубе будете смотреть 5000. А хозяин по 3 продает с половиной. Красивые. Просто покажу вам, посмотрите. Вот хочет яичко снести птичка уже, видите как? Вот так вот. Кстати, вот меня спрашивали, неразлучника с амадинами можно посадить? Вот, друзья, видите, тут можно посадить, но ненадолго. Так что имейте в виду. Неразлучник может лапки откусить. А тут, смотрите, какие коревы плечевые, такие плечи крашены, симметрично. Вот это редкость. Это редкость. Видите, как симметрично сделано? Вот, друзья, в общем, ярмарка сегодня небольшая, но есть немножко птички. А вообще сильная жара, многие не приехали. Друзья, вот иду обратно по второму ряду, канареек вообще пока ни одной. То ли слишком рано разобрали, то ли вовсе не было. Вот кто спрашивал цены на зерно. Это проса 250, рапс 250, лен 350, сорго 250. Вот тут можно проверить, вот так же руку засунуть. Вот, пожалуйста, смотрите. Никакой муки нет, вот тут чистая проса. То есть можно таким образом тоже проверять немножко зерно. Этот самый рапс еще жуют, если он сладенький, то берут для канареек. Если горчит, это озимый, для канареек не подходит. На этом видео подходит к концу. Надо уделить время рыбкам. Сейчас лед подложу. Друзья, через месяц снова будет обзор. Подписывайтесь в группу мою. Заходите, чтобы быть в курсе, что, когда и почему. До скорой встречи, до свидания.